Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов с описанием по книге «Великие музеи мира». Клод Мане. Пор месье Поль. 1882 год. Холст масла 65/52. Французский художник Клод Мане знаменит своими работами в стиле импрессионизм. Большую часть жизни он провел в Нормандии, в Жаверни, со своей большой семьей. К моменту переезда туда Мане был признанным художником, поэтому мог позволить себе жить в свое удовольствие. Одной из его страстей была хорошая кухня. Обеды с живописцем стали частью местной культурной жизни того времени. Поэтому неудивительно, что мастер запечатлел одного из своих поваров. Портрет написан очень легко, в классической импрессионистической манере. На картине изображен добрый малый месье Поль, который, судя по благостному выражению его лица, также смыслит в жизни полное удовольствие. Ну, такое описание к работе Клода Мане «Пор месье Поль», 1882 год, описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.